Говорит и показывает Санкт-Петербург. Мы заканчиваем сегодня турнир, отличный турнир общероссийского дивизиона национальной студенческой футбольной лиги. Игорь Иванов, Максим Мальков, номер 7, 9 номером в воротах команды. Дальше по игрокам. 7 Болдов. Дальше капитан команды Владислав Емельянов, 77. Алексей Игнатьев, 88. 9 номер Владислав Изяткин. У нас первая желтая карточка сразу же в начале встречи. Получает ее Иван Румянцев. Вот так вот. Еще раз смотрим. Иван Румянцев празднует сегодня свой успех. И хотят на мажорной ноте, безусловно, закончить этот турнир. Удар по воротам. А вот это выше ворот. С гифком на позиции нападающего. Такой резвый парень. Ну вот сегодня вышел на позиции голкипера. Так, во всяком случае, числится в заявке. Опасный момент. Можно выделять, да, ну, как обычно делается в Северной Америке, например. MVP турнир, что называется. Ух ты, это неужели гол? Я даже не поверил сначала своим глазам. Кил это с центра поля. Вау! И только сейчас я осознал, блин, как этим. Я просто не ожидал. Ну, ребята. Вот это голешник. Это надо крутить и повторять. Это визитная карточка. С пониманием футбола, с пониманием того, что нужно делать на футбольном поле. Третий номер, еще раз, Иванов. Стоит обратить на него внимание. Тем временем опасный момент от этого. Удар по воротам. Я представляю, в котором он вырос, но обещал не говорить, какая это команда. И не буду говорить. Но не здесь он играет, в других турнирах. Ладно, тем временем Мальков. Еще один опасный момент. Прострел. Опасно может быть. И вышло. Теперь надо выходить уже Титаренко из ворот, а вот так вот, и ну-ка, Кислицын, гол, 1-1. Павел Буре, только в футболе, много сегодня почему-то таких метафор, сравнений спортивных. Ну, ракета настоящая, смотрите, улетел, Титаренко вышел из ворот, передача вперед, НГУ пытается убежать по левому флангу, но сейчас получится или нет. Передача в штрафную, опасно может быть, оставление, удар по воротам. Вот это раскатили атаку. Угол не забил, но здесь классный, вот смотрите, классный момент, проход по левому флангу и вот этот вот момент, вот это оставление партнер. 20-я минута встречи пошла. Еще один момент опасный от НГУ и разворачивается назад и куча пространства, удар по воротам. Сейчас футболисты в лугавка, чтобы не создавать глубину атаки сопернику. Но опасно! Еще один момент. И 3-1. 3-1 НГУ. Все-таки вот то, о чем я говорил, надо было выйти чуть-чуть, наверное. Они все-таки начали пятиться к своей вратарской. И вот, пожалуйста, чувство всего бросается в глаза в первом тайме. Последний, к сожалению, еще раз скажу, игры третьего полуфинала. Здесь, в Санкт-Петербурге, опасный момент, и удар по воротам, и еще один, четвертый мяч от НГУ. Да, они какой-то куражатся. Я говорю, это такой момент, еще и праздника для команды, и 5-1. Костромин дубль. 5-1 в пользу НГУ. Еще раз посмотрим, Костромин в борьбе, выигрывает борьбу, и как же... Изящный, техничный. И еще один быстрый прорыв, еще одна атака, еще один опасный момент. Мальков сам не стал забивать, отдал партнеру и 6-1 НГУ. Бегут они, конечно, на титул лучшего игрока на университетской встрече. Что-то я титул начал раздавать, да, но конец турнира. Самое время подумать об индивидуальных наградах. Подумайте. Вот смотрите, еще моментик был в Угавка какой-то. Единственный мяч, который забили игроки в Угавка. Это Кислицын. И это снова Кислицын. Кислицын. А ну-ка, Кислицын. Гол! 6-2. Я, честно говоря, не видел. Сложно мне сказать, поднимал ли арбитр в этом эпизоде команды НГУ. Ну и не получилось дальше.
А вот может быть контратака, вот может быть, вот пожалуйста, вот он вырезал передачу налево, и там уже Кислицын открывается в штрафной, ждет, ждет, но партнер решил пробить опасный момент, удар, гол! 1 проигрывали. Полностью игра не получалась в концовке первого тайма. Такое впечатление, что против них самая настоящая сборная Бразилии играет. Но вышли на второй тайм, и смотрите-ка, 6-3 уже. Ну, я предполагал такую историю. Костромин пока передачу сделал в штрафную, опасный момент, 7-3. Нет? 7-3. Действительно, 7-3. Так. Сдержанная в каких-то моментах, очень качественная, очень тактическая. Ух, какой момент. НГУ обыгрывает ПГУ и получает путевку в финал. Опасный момент, удар по воротам. И вот он, 8-й. 8-3. 8-3. Давайте еще раз посмотрим. Все итоги подведены. Что-то еще, наверное, будет сказано. Тем временем еще один удар. И вот уже и 9-3. Если только... Да нет, все вроде бы точненько, правильно. Еще раз смотрим. Подача с углового, удар по воротам. 9-3.